подписчики канала Женя Дрожжа. Всех вспомнил, здорово. Всех вспомнил, да. Женя Дрожжа, привет. Зелененький. Да. Скиф, то бишь Experience Game, он пошел с башкой. Вот. Всем привет, у меня башка синяя. Пират, где-то там пират. Иван Микоряк, то бишь. Да, и, соответственно, я Wolfering Game, да, и мы продолжаем играть. В Террарию вроде как не лагает, кстати, да? Только ты что-то лагаешь. Я не подписаю. Да, я тоже. Слушай, Скиф, а чего у тебя башка синяя? Я же тебе три раза скидал. Ну так видишь, у меня башка большая, короче, посинела. Все ушло на голову. Ты там это, ты, слушай, на шейник ты сними, а то у тебя башка посинела, кровь не идет. Скиф, убери на шейник. Боже, все. Чем мы там занимались, что у него шейник? Все, я спасен. А, Виталия, ты хочешь тоже занято? Не хочу. Что за странный интерес? Специфические вкусы весьма. Ребят, чем мы займемся? Тем же, что и всегда. В Террарию поиграем? Да, кстати, давайте в Террарию поиграем. Давно не давайте. А что это за игра? Захватим мир. Игра крутая. Игра года. Там, игра короче, года. Квадратный человек идет садиться на собаку и летит в небеса. Но летит он на радуге. А радуга потом превращается... Это Майнкрафт, нет, ты что там радуга потом превращается в единорога, который ест собаку, у которой рождаются маленькие слонята. Один вопрос. Да, так, в общем, нас уже трое осталось, Жека тронулся умом, а мы продолжаем. Ничего нового. Зачем я спускаюсь в подземелье? Женя, что это было? Скажи мне, пожалуйста, что это? Где? Только что. Ему просто это единорог на ухо нашептал, ты его не беспокой, короче. Нашептал, шептуна ему на ухо пустил. Шептуна пустил, да такой, парень, хочешь радуги? А если найду, такой, есть радуга, а если найду, да? Радуги. Так, хорошо, мне надо мифрила чуток, чтобы мне доделать сеты. Нам надо, короче, кучу-кучу душ эссенций света и эссенций тьмы. Чтобы сделать сундуки, короче, двух вариантов. Из них куча шмоток крутых набить. А где их набивать, эти эссенции? Ну, в биомах, соответственно, этого, короче, искажения. Ну, или там святые земли и не совсем святые земли. У тебя автомат, я тебе давал. У меня лука нет. Не-не-не, там... Потому что они не хардбон. Лук, который с небес стреляет, очень крутой. Я тебе автомат офигенный давал. И Кара. И ему давал. Я всем давал. Всем, кого нашел, всем дал. Честная давалка. Да. Не, не такой уж и не такой же и честный. Так. А чего вы стоите? У меня вы стоите на. Это у меня лаги или вы стоите? Ага, да, я стою. А, вы стоите, да? Это... Я стою, да. А я все, я полетел. Мне надо чуть-чуть мифрила. А есть мифрил, может, у кого-нибудь? Что? Нет. Есть мифрил? Мифрил. Нет. А если найду? Не найдешь. Не найдешь. Ну. Ну. Ну ладно. Так. Так, окей, тогда. О, темно и страшно. Блин, у меня глаз потек. Далее, я тебе говорю, выкладывай его на ночь. Глаз подолос. О, господи. Это как это, не ешь на ночь. Знаешь, это какое-то растение такое неведомое на ночь. На ночь. Да, пожрешь это на ночь и все, и хана тебе, короче. Мне надо понять, ага, Виталий там цветочками занимается, да? Так сказать. А Скиф у нас... Виталька. Ага, Скиф у нас он пошел допускать. А я смерти ищу. Я пойду тоже, короче, да, тоже вниз куда-нибудь. Я просто без понятия, я буду рядом. Такой вопрос, а чё здесь вообще, чё ты такой вообще? Чё ты за... У него радужная плантация. Что за цветы тут растут какие-то херпами какие? Просто он натуралист. Ты не это. Да. Мои плантации там, слышь, чё? Уже Скиф, уже. На чужой цветок не развивает роток. А, да что ж такое-то? Элитные травы растут. Элитные? Хорошие травы? Там очень хорошие травы, от них очень хорошо. Живительные? Оживляют вообще нормально. Пыхнуло вообще неделю. Как бахнешь, начинаешь, короче, разную руду в камне видеть. Я увидел, я узрел руду. Вот, видишь, он как бахнул движение, это передоз называется. Смотря что намешаешь, короче, то жизнь начинаешь лечить. Жизнь лечить. То, короче, да, там, сир... Что, ну пока хватит, у нас дома еще пару комнат. А что ж такое? Что такое? Ладно. Не пашно, видите, не пашно. Гластикус. Так, где мифрил? Квастикет. Из глаза, да? Из глаза, не в него себе. Виталия плакал квасом.
квас — это раз, знаешь, такой есть. Сиди и шапкой. А, ноу, 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 чел, чел, меня тут бьют. Бьют. Так, а чё я медленный такой? Летучие мыши! А чё я медленный такой? Нормально, да, ребят? Всё круто. Что? Так. Это норм. Это норм. У меня сундуки не открываются. Блин. Сапоги не открываются? Сапоги? У тебя, Жень, как? Не надо... У меня? Я не знаю, я слышу, где-то далеко кто-то стреляется. Не, я не стреляю. Или рядом. Или далеко. Или далеко. Где что-то одно. Одно из трех пятого дано. Мифрила чуток. Я пытался идти к скиву, но я что-то его пути. А, вон вижу, он где-то подо мной. Самое забавное, я заметаю следы. У меня уже мифриловая броня. Пауков. О, собери мне мифрила, чтобы у меня тоже была мифриловая броня. Я сейчас пошел адаманти собирать так-то. Да ё-моё. О, в смысле, у нас мифрил не самое крутое? Адаманти. Так. Не знал? Да ладно. А где я еще не видел адамантия? Он вообще в самом низу, там, на донышке. Я видел, почему... Ой. Ты что-то только что не убило. Блин, я думал, у нас мифрил. Так, А, у нас адамантий или мифрил, я уже не помню. Ой, а адамантий или этот, титан? Они... Да. Да. Ну... Топовый шмот я и собирать не буду нафиг, я это... Потом, короче, какую я себе броню-то возьму? Какую-то возьму. Броню с данжа, короче, возьму, вот что я возьму. Оу-оу! Что за броня с данжа? Ну, это, как ее там, из душ этих, короче, из призрачной эктоплазмы-то, из этой... Где этот червь? Танку-то как... Ее хорошо магу, да, ну да, магу, да. А мне как бы разница в 5-6 брони, как бы погоду не сделает по сравнению вот мифрил с той... Мне адамантий надо как хотя бы. Я так подозреваю, что не сделает, что надеюсь. Стрелок, и мне нужна броня! А у меня у всех... Кто там, много... Габен пришел? Сеттинг. Габен? А, Габен. Гурген? Гелберт. Ау! Ну, какая херня меня бьет? Это летучая мышь. Зачем тебе кобальт? Не знаю. Чисто кобальт. Я мифрил ищу. Оу, щит, мазафака, щит такой. Я, ребят, я какую-то карту выбил. Что это за карта? А, это пиратов можно призывать. Да? Google карта. Ну, скрафтить из нее. Google карта. Будете проводить. У всех кнопочка settings защиту заслоняет. Сколько? А где settings? А, я escape убрал просто. У меня нет. У тебя такое разрешение просто. У меня не заслоняет. У тебя там... 50 на 50. Фулл хд. 50 на 50? Нет. 340 на 600... Нет, 320 на 640, да, там, раньше? Раньше такое, да? Жека, есть бутыли на эти, на как спелеолога? У меня есть. А как они называются? Поделись бутылкою своей. Бутылкой своей. И она к тебе еще не развернется, и тогда наверняка оберни скиф, нас чуть не зажарили. Я уже это... Зажарили? Посмотри бутылку мне, спиланки по ушам. У меня нету, нету. Ты бесполезный спутник, Жека. У меня только... Мочи синюю черепаху тогда хотя бы. Я вижу синюю черепаху, ты у меня стоишь на месте. С зельями там завязано. Ну потому что я и стою на месте. С зельями у тебя там все черепахи синие мерещатся. О, это кто падает? Синяя черепаха. А меня кто-то видит? О, я видел, сейчас пролетел ты сквозь земли. Нормально, да? Я не вижу. Это всего лишь мини-лаги. 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 О, сундук нашел. Воу, воу, воу. Сундук в плане мимик. А, который мимик-мимик? Который мимикрирует. И сердце кому-то надо, я нашел. Нет, уже не надо. Мне надо, мне еще 360 жизней только. Only you. Ого, я нашел Ice Mirror. Зачем? А у меня оно уже давным-давно. Вовремя ты его нашел. Но у меня есть Magic Mirror, а Ice Mirror нет. А у меня именно Ice Mirror. Разница. Ну все, пись коммерция. Ну как бы Ice Mirror, оно у элитных, короче, террористов. Террористов. Террорен, вот так вот даже. Корруптатор.
Террорщик. Бэт-статуя. Я себе бэт-статую достал. Пошел, короче, я выбивать эти штуки всякие. Так, у меня что-то, блин, руды мифриловой. Поделись мифриловой рудой. А, вот как он это, вот он просто взял и убил. Вот не надо так. Кто это? Вот убил? Кто-то. Потому он даже это... привет не сказал, а кто тут шипы поставил? Надо зеленую, зеленую руду, это какая? Это зеленая. Мифрил, это не тоже. Красная, это зеленая. Кстати, давайте в красную тиму. А после что мифрила мне? Идет адамантий. Какой это умный человек поставил у меня в доме колья. А вот я сейчас тоже об них побился и не понял, что происходит. Это не я. Ты любитель спавниться на моей хате, на моей кровати. Нет, нет, Жень, серьезно, тебе говорю, это не я. Какого хрена? Вообще не я. У меня были три колья, они были лишние, я куда мне их поставить? Ну вот и пришлось выбросить. Ну, точнее, немножко не выбросить, а поставить. Алло. Алло. Да, мы тут. Я думал, у меня скайп вылетел. Да. Но они тут. Ой, я нашел спиланкер поушен. Блин. Спиланкер поушен. И сильвер пул. Он как спиланки, только поушен. Ага. Вот молоток это... летит! Вот от меня вставило, нахер, больше не буду зелья пить. Ты что, моей чудо-травки собрал? И как? Тут, короче, вода, лед. Вода, лед. Вода, лед? Это самолет на воде. Это как... Это вторая стадия ёёбить. Сначала ёёбишь, потом на водолёт садишься. И ёёбишь туда, в закат уже просто. Знаете, что самое крутое в этих лагах? Что мне не выпадает хлам. Да ну, и собственно вообще ничего. Я разбиваю блоки, а мне они не выпадают. Ну какое-то говно, ну, вот, какое-то, видишь? Червяк какой-то непонятной формы, какого-то непонятного происхождения прыгает. Аля, это был не червяк. Это... Нет, что? Жаль, это червяк. Я просто предположил. А, нет. Иди мимикрируй и ее отсюда вообще. Виталя собрал всю травищу, мне нужно, я теперь не могу топорщиться и сделать себе спиланки по ушам. Топорщица? Что? Что за слово такое? У меня тут топорщица, Женя, у тебя не топорщица. Топорщица. Тебя, значит, как там у нас уже были слова, ее бить и вода что-то там не смутило, а топорщица, значит, оно какое-то странное слово. Ребят, что за червяк, у него 1000 хп? На фоне этих двух слов оно действительно странное. Не надо вам сердце. Сердце? А мне надо... Сердце, одно, и все, я фул. Я фул буду просто. У меня есть уже. Черт, я теперь буду ночью ждать, пока мне спиланки по уши не появятся, или буду клянчить пару слитков мифрила. Сейчас сдохну, сейчас сдохну, сейчас сдохну. Я тебе бы нашел мифрил, если бы тут этот гребаный червяк... Червяк не ползал. А еще у меня есть ледяное ее, надо? У меня ледяное ее. Насколько у тебя это урона? О, они уже... А, он стрёмный, плюс 3 критикал. У него 43 мили. О, это проклятое пламя вывел, ребята, те, из которого можно стрелы делать. А, из него офигенные, да, стрелы можно делать. А как это говно? Ну, нормальные такие. Нормальные. Такие. О нет, зачем я залез в паучье гнездо? Давид пират. О, капитан пиратов пришел. О, тут кто-то сдох. Круто. Наверное, я, Жень. Так, что он продает? Где я? Всякое. Где я? Всякое ненужное. А что продает вообще пират? Пушки. Костюм пирата. Пират, ты должен надеть костюм пирата. О, я нашел, знаете, кого? Кого? Тома. А знаете, что? Джерри. Ого, он продает опять формат... Опять молоток. Формат С? What the fuck, это йо-йо формат С. Йо-йо глоу. Надо кому-то йо-йо глоу, перчатку йо-йо. А на сколько там? А, перчатка кому надо? Мне, наверное, надо. Да. А кто? Ну, она 50 голды стоит. 50, не продавай. Нет! Нет! Что? А там да я не ты торговца нашел. Я пожалуйста, души выбивать, а? Телепортируйся. Блин, к этому. Сейчас помогу, мне надо немножко мифриловый сет добить. Сейчас, подожди. Мне надо, я тебя жду. Я такой не выдержу, уже не выдержу. Пират, а там надо эту строить фармил. А где ты, понимаешь? Я внизу. Понимаешь, тут черви за 1000 хп, и как-то вообще не очень. В каком низу? Там... Я почти в аду, смотри на карту. Почти в аду. У меня нет никого в аду. Ну, я почти в аду, я не в аду, я чуть-чуть выше над адом. Чуть-чуть выше? В чистилище?
Да-да-да. О, нашел, блин. Ты на черный на черном фоне вообще не видел. О, отлично. А где торговец? Вот и возле тебя. Забыл их лучше просто. Вот эта перчатка, йо-йо лоу, да? Да-да. Шикарно. О, 6 пиланки поушена. Пират, ты можешь подождать здесь? Могу, а что? У меня деньги дома. Ты какая разница? Поздно. Большая разница. А, у меня нет 50 голды, у меня нет 50 голды. Куда пошли, куда купить тебе, ты бы сказал, что... Да я за Мифриловой смотрю, куда занырнуть. Я твой бард. Я твой бард шатал. И тут есть еще зеленый гриб. Куда попадем, куда-нибудь глубоко. Забирай зеленый гриб и купи мне, пожалуйста, этот. Она что, перчатка, увеличит урон, типа? Да, ого, нифига, куда я попала. Сейчас я быстренько Мифрила дособираю и пойдем, короче, фармить тогда душеньки. Я даже знаю, где. Эссенция. Налево, если пройтись. Давай. Ну ты покупай, ты домой или прилетишь, или мне к тебе? А, подожди. Мы только что Мифрил пролетел. Я ищу вот это. Я, кстати, забыл зелье выпить. О, зеленая руда, все. Можешь меня ждать. Так ждать или наоборот не ждать? Куда мы полетели? Стой, хватит, скиф. Да я смотрю просто по карте, где был, где не был. Ну нет, еще ниже надо. Мифрил. Да-да-да-да. Вот адамантий, куда полетел? Ты где? Эй, у вас что, мифриловые кирки уже? Дайте мне. У меня кобальт. Я адамантий нашел. Молодец. Я знаю тоже, где есть адамантий. Где, в Феррари? Да. Знаешь, я подозревал. Так, вот это что за руда? Я подозреваю, что это и есть адамантий. Красная такая. Красная? Ну тогда это не она. Цвета крови такая. Так, у меня еще одна минута, это зелька. Сюрприз! Быстрее. Сюрприз, мазафака, да. Пролетел. Дрожа политун. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. О, нет! Дрожа в пролете, как всегда. Дрожа опять в пролете! Да-да-да, команда. Даймон. Кто такой англер? Да ёп! Кто? Долбанный червяк! Отстань от меня! Димон? Какой Димон? Димон к нам пришел? Я Димона не звал. Деймон. Симон. Симон? Симона! Девушка моей мечты. Фиона? Да? Фиона? Фиона, да. Королева Шрекоты. Та-п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 а. Иди он на Женю нападай, на меня не надо. Пауки, фу, нет. Ууу! What the fuck is Говинан? Говинан? Как я прошел сквозь... Ладно. Я не буду задавать лишних вопросов. Я думаю, это чревато. Мне только что пингвин в лаве искупался. И как ему? Нормально вообще. Он прошел крещение огнем. Его просто вообще норм. Угрегожденный. Или как? Лаворожденный. Что за говно тут? А, пауки! Пауки! А где я? Что я тут делаю? What the fuck? У меня несколько вопросов. А ты купил перчаточку? Да. Я просто хочу к тебе дойти, но 1000 метров, как ты знаешь, не позволяют мне пауки 1000 метров. Ого! Знаешь, что она ЖК дает? Ты не поверишь. Не поверю. Вот ты, когда наденешь, ты офигеешь. Она дает очень... Что такое? А ты оденешь? Unstoppable мандраж? Нет. Женя! Не, я предположил! Оставил бы мандраж ему там. О! Но она дает, короче, классную штуку. Двойной урон гарантирован. Игорь! Соточка у меня будет, нифига! Игорь! Ой, нафиг, Игорь, Виталя! Игорь! Так, я все-таки хочу как-то... О, я смотрю. А я нашел весь лид, который у нас был. Вот он лежит. А что он тут делает? О, я нашел эту шелкопрядку. Лид Оре? Да. Это я его переставил туда. После весь того, как нашел. Как это? Потому разовало, что он для зелий каких. А, ну да, я понял. И Айрон этот. Да. Как эту девку зовут, которую... Капец, я забыл спрятаться в скайп. Ты что теперь?
Ну, хотят уже трансляцию мы посмотреть, я ж транслирую. Ага. Еще что хотят? Надо нам паучи эти клыки, но уже не надо, да? Не, зачем? Смысла уже нету. А с ней достаточно поговорить, да, с вот этой девчонкой? И она появится. Ой. У нас? У пауков. О, грибной биом. А он, нам надо еще грибы на что-то? Ну, да. Ладно. А, тебе не всегда надо, это я понимаю, но... Нет, ты не понял, нам нужны грибы для хилок. Не, так хилки уже с этой фигни делается, с пиксель, да? Пикси. Не? Э, 150 хп. Трат, я тут голос знаю. Ну вот. Ну ладно, я сопью. Живёшь и не знаешь. Как ты вообще жил до этого? Ой, ой, все, молчите, эксперты херовые. Я эксперт. Я тебе рассказывал про историю, про меня, который я смог. Которую вы и смог, и вреды. Ну, какая-то печальная история, Жень. Не хочу слушать. Очень веселая история. Про круглые блоки. А почему у меня зельки не берутся? Стоп. Потому что лагает. Они тебе не нужны. Я не могу подобрать ничего. Это бесит. Уааа! Нет, что за фигня тут? Аааа! What the fuck, Вячеславович? Все. Вот это разлагало, короче. Нет, не разлагало. Хаос элементарий. Вот это размотало меня. Вот это размотало. Скотина, он сквозь стенку переместился ко мне и сделал мне уфу конкретный. Я пират, я еду к тебе. Я лагаю, что я сейчас сдохну, мне кажется. Ну, может быть, мифрил набрался. О, еще одно сердце кому надо. Меня... Нет, а не будет сердца! Я уже на адамантиевую печь сделал. У меня уже этот, как бы... Не надо сердца, да? Ну, как бы я... А с них можно делать эти штуковины. Тебе не хочется покоя. Пират, ты не думал? Есть пару мифриловых слитков, штуки три. Сердца надо, собирайте сердца, слушайте. Я просто сдох. Что-то крафтить там? О, у меня тоже начало лагать. У меня 17 слитков, мне чуть-чуть докрафтить. У меня есть 4 мифрила, но именно не слитка, а такое. Пират, ты не собираешься домой? Да. Зачем? А где у нас гид? Гид вон внизу. Зачем? Ну, отдать вон мне там перчатку. Сбоку, слева. Знаешь, сколько тут мифрила? Фигня, они там шарохаются. Блин, ладно, я иду к тебе. Последнюю эту потрачу. Телепортацию. И меня что-то не телепортировало. Или это лаги? Вообще-то тут около меня. Я знаю, но я нажал телепортироваться и что-то... Да, тут 20 слитков надо, у меня 17. Еще чуть-чуть. Я кидал там 4 мифрила. Но это не поможет особо, надо больше. Да. Чуть-чуть осталось. О, меня телепортировало. Одну ходочку. Спустя 3 дня. Что это такое? Это просто замедленное действие. Ты раздеваешься, пират! Ну у меня разлагало, и я сразу умер. А ты что, в ад сразу телепортировался? Еще чуть-чуть, и прямо в ад и жизнь удалась. Эка, это же этот. Что? Давай я домой. Дай мне, пожалуйста. What a beautiful life. Ага, ты поставил мне тут удачи. Ну ты ж сам мне их поставил, чё. Просто пират. Откуда у меня столько кобальтога? Чё тебе кобальт? А её надо в слоты аксессуаров кидать, да? Да. Кобальт его как бы мало в мире, его задерёшься ещё искать. Зачем он вам нужен? А что ты мне ещё дал? Нет, я-то его не ищу, мне мифриловый сет доделать, и я буду счастлив. Я тоже уже счастлив с мифриловым сетом. А где у нас этот гид? Кто видел гида? Ребят, у нас есть баночки с водой где-нибудь вообще, нет? В этой жизни. У меня были. У меня. 31 баночка, на. Где? Свежевыжатый сок. Березовый. Березовый? Да, с мякотью. Воу! С мякотью березовый. Жень, что-то как не хочется, понимаешь? Ну ладно, я свой тогда. Свежевыжатый Жека. А где наш маг? Он должен быть желтым, понимаешь? Нету я его. Я много пил просто воды. Воды, да. Мой организм, самый чистый организм на свете, да? Да. Фильтрованная, светлая, Виталий. Сакра. Так, я, кажется, нашел немножко адаманти или что бы это ни было. Есть телепортатор у кого? Я хочу в Киеву слетать. Есть. Да я соберу, отдам тебе потом. Я думал, не такой. А, нихера ты там вниз улетел, вот это тебе. О, тут Пати Гирл. Вот, я полчаса про нее вам говорил, что Гирл. Я ее нашел.
блокируют. Да, адамантий, смотрите. У нее разные эти. Там всякие пулялки, ракеты и прочая херня. Я ее пират, я пират у. У нее краски. У да, тебя еще это для волос. Волос. Нифига тут пауков! Я лечу тебе. Что? Я, ну когда у тебя сервер-то был открыт, я ж там фанился с этими всякими хлопушками. А, ну да. Киев, ты где? Я почти в аду. А я вот вижу, тоже лечу к вам. Куда-то так. Чего вы оба синеголовые? Виталь, зачем ты на бошку напялил синюю штуку? Ты же One Piece. Ты же Луфи. О, фига. Резиновый мальчик. Там ты резиновый. Что? Презерватив несчастный. Я про тебя сказал, что ты контрацептив? Нет. Так. Очень толко издали намекнул тогда. Шикарно, ребят, я в вольном падении падаю камнем. Святые земли, блин. Ой, меня спасла какая-то паутина. Шикарно. Святые земли тут, ребят, блин. Я думаю, что за говно? Так, а... Говно в святых землях? Святое говно. Holy shit! Да. Так, ну все, у меня есть нацеты. Я всегда вовремя к людям прихожу, я заметил. Да я ее привел к тебе, не бойся. Спасибо. А метриловая, у нас метриловая наковальня или какая? Женя, они меня сейчас, они пидохают вообще. Пидохает? Это плохо. Виталий пришел, ой, как алло. Да, да. Нас метриловая наковальня или какая? Ну да, вроде, наверное. У нас метриловая, во-первых, на канале, во-вторых, адамантиевая печь уже есть. Где? Внизу, пират, внизу. Вау, пират, а вот это что? Это, рукоятка-то офигенная. Я блин, тебе говорил. Перчатка, она две выпускает. Печка, пират, смотри, да? Печка, она тут, она вот да здесь. Да печку я вижу, а я не вижу ту, что... Ну вон она стоит, наковальня. Где? Пират, ты что, совсем что ли? Да я тебя тоже не вижу, кстати. Вот наковальня, вот, около сундука, это мифриловая наковальня, пират. Какого сундука? Окей, ладно, все. А лагает, у меня ребят тоже, вот сейчас. Да, у меня не... А, вот, Соник, ты внизу теперь, теперь ты вниз бежишь. Все? У меня просто лагает. Ладно, неважно. Спасибо, Женя, что привел в Медузу. Прям огромное спасибо. Обращайся. Медузу. Я падал, Виталь, и она меня превратила в камень. Я камнем падал. Молодец. Она меня пидохала. Тебе хоть понравилось? Нет. Тогда не звони ей больше. Ты знаешь, когда тебе в ноздри змеи залазят, вот-вот, не очень. Нет, я не знаю такого чувства, это не было у меня такого жизненного опыта. Змеи в ноздрях. Ты скучно живешь. Да. У меня на глазу, на глазу. Как говно! Не, ну Виталий, это какая-то какофилия, блин, уже. Нет, я про другое. Про другой говно? Или про другой глаз? Сейчас только что со мной случилось. Я иду причесон себе выбирать. Не, надо. Блин, цвет. А где вся краска? У кого есть краска? А какую надо? Красивую краску. Красивую краску. Я тебе дал фиолетовую. Ребят, хотел... Краска в сундука. Сколько у нас там времени, а? По времени 28 минут. Нормально. Ну все, окей. О, господи. Шварценеггер, ты ли это? Все, идет по плану. О, пюрпал. Каким цветом себе сделать волос? Все, я теперь пурпурный маг. Я не парюсь, ребят. Я зеленый и не парюсь. Я всегда зеленый. Черепашка ниндзя. Морская чебурашка. Не, красный это как-то. Чебурашка. Видишь, я ни слова не сказал. Я ни слова не сказал. Нормально. А, ее когда видит, он второе выпускает. Когда видит врага, типа в поле зрения. Чтобы более эффективно йо-йоби, да. Он, я, понимаешь, я дабл йо-йобильщик, вот, как-то так. О, какой ты дерзкий. Да. То есть, если с первого раза не понял, я от йо-йоби второй раз. Ну или как-то так. Ну, нормально. Ой, слаймы, ой. Женя. Кобальт. Так, ну давайте тогда это, того самого. Маргаринового? Не смущают эти слаймы. Заканчивать пока Да ты... Я немножко, ребят, это... Это? Ну да, я это немножко. Это, может, как бы потом, между записью, ты это немножко... Вау, теперь у меня начались лаги. Я немножко обкурился.
А, бывает. Чего ты, ты за краску себе нашел такую? Я офигенный единорог, ё-моё. Че он там реально единорогом стал у нас? Ну почти. Классная же. Че, единорогам доверять нельзя. Вот, ребят, зачем им рог? Объясните мне, зачем? Зачем тебе руки? Ты думаешь, как единороги спариваются? Ну не костью же! Жень, какая разница, хрящ и кость? Большая, извини меня. А ты думаешь, единороги из-за этого рога единороги? Оу-оу-оу-оу. Окей. Я просто в школе не изучал анатомию единорогов. Ну вот ты, у тебя скучная школа. И жизнь, и школа, все скучно. Фокинский фак, мазафака. Вообще я не камильфо, так что все. Ты что там с нигерами столкнулся, общаешься? Ой, меч, ой, меч, ой, меч, 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 меч. Что типа того? Парус дырявый, ну да ладно. Парус, порвали парус. Так, ребят, по времени, все. Пора заканчивать, с вами был Скиф. А, всем пока, да. Всем покидаю, ребят. И пират. Всем пока. Я, собственно, Вульфирин, да. Всем пока. Как будто Виталию чуть-чуть на это, ну, споймали в углу в темном.